Второй этап 6-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арт-кино» стартовал в открытой киностудии «Линдок» в Санкт-Петербурге. Это один из самых крупных в стране фестивалей короткого метра. Слоган фестиваля – «Лучшее короткометражное кино со всей России». В конкурсе соревнуются не только студенты и выпускники ведущих киношкол страны, но и независимые авторы. Фестиваль позиционируется не как студенческий, а как профессиональный, несмотря на то, что 90% его участников и зрителей составляет молодежь. Организаторы фестиваля – творческое объединение «Мир искусства», киношкола «Артерия кино». В конкурсной программе участвуют игровые, документальные, анимационные, экспериментальные, а с 2010 года и 3D-стереофильмы, хронометражом не более 30 минут. Фестиваль проходит каждую осень с 2008 года ежегодно. Все фильмы, отмеченные призами и дипломами московского этапа фестиваля «Арт-кино», будут бороться за звание лучшего из лучших во время финального прокатного тура фестиваля по 50 городам России. Фильмы победителей питерского блока будут определены по результатам зрительского голосования и объявлены 15 февраля.